Рапорт на себе, по сатирке. Когда он там на себе появится? На себе? Да вот он. Так он с портативки ждёт же шрафа. Бродяга, здесь база. Расстояние. Подскажи, пожалуйста, для записи. Сейчас, секундочка. Расстояние 2300 метров. 3 ядерным. Короче, мы по 3 рюмки бахнули, нам стало хорошо. Начал жарить крылышки. Стоит Юра. И последний полбутылки ушли. Зрительный зал. Зрительный зал. Тебе бы не заговорить. Тогда была ошибка, что нашла бутылка. Это была ошибка, что ты ему сказал, что еще бутылка водки. Между прочим, он бы тогда проснулся. О, ну что, парни? Тебе, кстати, такие надо, Миша, аккумулятор? Не такие, а тупца, у меня 2 12 вольтовых есть. Да, живой. База, я бродяга. Бродяга, я база, как понимаешь. Ни с чем. Не, отвечай, Миш. На себе ответь ему. Так на себе. Ответил. На себе он тебя звал только что. А, бродяга, я база. Какой станции работаешь, база? Какая? Стационарка, что-то с прототипкой сейчас разделали. Вот, аккумулятор достали, все нормально. А станция на прием что-то здесь не светит. Напруга есть в аккумуляторе. Попробуй место соединения радиостанции с джеком. Там джек такой стоит в радиостанции. Ну да, попробовал. Светодиод на прием не принимает. Сейчас попробую с него передать, мы тебя здесь поймаем. Там еще есть разъем, как прикуриватель. Попробуй его тоже. От аккумулятора отходит разъем прикуривателя сам, а от станции прикуривателя сам. Проверьте его тоже, пожалуйста. Да, приняли, сейчас смотримся. Будь на себе, вызовем через стационар. Да, да, просто. Кто выключил? Кто ее выключил? Кого? Я выключил, а шо? Так он же шрапор ждет на ней. Ну она шумела, я ее вырубил, я думал, вы ее включили. Ладно, я бродяга. Сейчас такие выйдем тут. Кое-кто выключил, кажется, вручную. Хорошо, я пока продолжаю движение. Бродяга, бродяга.